Ребят, всем привет! Всех мы рады видеть на нашем канале «Инвалидные коляски». Как многие наши подписчики знают, мы периодически разыгрываем разные коляски. На этот раз совместно с нашей подписчицей, с Кристиной, мы решили разыграть вот такой вот телефон фирмы Redmi, модель 9C. Данный телефон идет с экранов 6,5 дюймов, зарядкой аккумулятором на 5000 мАч и с двойной камерой на 13 мегапикселей. Что же касается условий самого розыгрыша. Все условия розыгрыша вы найдете в описании под данным постом. Также этот розыгрыш у нас проходит в Инстаграме, но данный пост будет размещен у нас ВКонтакте и на YouTube-канале. Те, кто увидит его, могут перейти по ссылке, которая будет в описании. Условия розыгрыша элементарные. Одни из условий – это подписаться на наш аккаунт, поставить лайки и написать любой комментарий. Также хочу отметить, что данный розыгрыш проходит среди маломобильных граждан и для тех, кто действительно нуждается в данном телефоне. Начало розыгрыша у нас 21 июля, это в среду. Закончится он 1 августа, ну а 2 августа мы начнем именно розыгрыш. Выбирать победителя мы будем рандомно. Так что всем удачи. От нашей компании мы хотим пожелать всем хорошего настроения. Еще раз всем удачи. Принимайте участие, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.